Добрый день, друзья. Сегодня задам вам такой вопрос. Нашел интересную такую информацию. Оказывается, провели исследование, и оказалось, что 80% людей ненавидят свою работу. Я не знаю, дружище, ты относишься к какой части этого населения, к 80% или к 20%? Я думаю, я не знаю, как ты, если тебе, конечно, повезло, ну, если ты там в двадцаточку зашел, этих счастливчиков, которым нравится работа, ну, тогда ты бы, наверное, просто не смотрел это видео. Скорее всего, ты как раз относишься к этой, к этим 80%. Но, естественно, у тебя есть там два шанса. Или ты будешь до конца жизни ходить на работу, мучаться там и на пенсию, не знаю, доживешь, не доживешь, там, в очередной раз подымут опять там пенсионный возраст, и все, и ты, считай, там опять не попал. Хотя, естественно, с твоей зарплаты каждый день вычитывают там какие-то налоги в пенсионный фонд. И, естественно, мы не называем это пирамидой, естественно, это просто так и нужно. Ну, в кавычках, естественно. Я думаю, дружище, ты понимаешь мою иронию. Всем не нравится это как бы состояние, да, когда ты платишь всю жизнь, какие-то там взносы делаешь, но потом ты как бы не факт, что ты получишь главный приз, хотя главный приз — это пенсия там нищенская, я не знаю, для кого это, для бомжей эти главные призы такие. Но опять же, сегодня не про это, дружище. В любом случае, сегодня рассказываем про проект, который, на котором можно заработать, я думаю, практически любому человеку. И почему это так, я просто не буду там какие-то там рассказы там рассказывать, а просто покажу скриншоты заработанного нашей командой, ты сам уже посмотришь. Мы специально сделали канал в Телеграме, где видно успехи нашей команды. Вот люди зарабатывают и до 16 тысяч за один день. Здесь есть и активный, и пассивный, напоминаю, заработок. Для тех, кто, например, давно строит там команды, там зарабатывает в партнерских программах, слышал в интернете, те, естественно, тут заработают очень хорошие деньги. Но даже те, кто еще этого не делал, у них есть два шанса, два, опять же, выбора. Или учиться, у нас есть обучение от нашей команды, от создателя проекта, который профессионал, там, топ-лидер, который строил там 50-тысячные команды в интернете, и от нашей команды, которая, от нашего клуба, где мы учим вообще там практически с нуля любых людей, которые там, которых есть желание. Главное, чтобы у тебя было желание, дружище. Если нет желания, то это видео не для тебя, закрывает, ты ничего не заработаешь, ты в жизни ничего не добьешься, ты, ну, ты сам понимаешь, у тебя никаких перспектив. Явно, если ты смотришь это видео, значит, у тебя есть какой-то заряд энергии, мотивации, ты в любом случае веришь в себя, в свои силы, и ты понимаешь, что тебе нужно зарабатывать деньги. И сейчас в интернете самое-самое лучшее условие для того, чтобы зарабатывать. Потому что в жизни ты видишь только хуже все. Там, скоро, может, вообще там запретят нам выходить, и уже маски нам не помогут. Ладно, это такой юмор насчет масок. Так, друзья, смотрите. В данном проекте, в котором мы сейчас зарабатываем командой, мы за 3 недели тут уже ребята показывают хорошие результаты. И, опять же, это обычные люди, не какие-то там воротилы онлайн-бизнеса. Здесь, опять же, заработок именно на телефоне, чтобы ты понимал. Только телефон нужен тебе. Ну, естественно, интернет. Есть больше 5 заработков на телефоне, 5 видов. Все они открываются постепенно. Активный заработок начинается с вложений в $25 всего, 1999 рублей. Я думаю, такие деньги, там, кто-то может пойти там бутербродов поесть, там, киношку сходить, там, еще что-нибудь такое. Можно, ну, то есть это доступный. Специально проект делался под такой народный проект с доступным входом. И чтобы люди могли зарабатывать, им не нужны компьютеры там какие-то там, специальные там сервера, телефон есть у всех, голова на плечах есть у всех, $25 есть у всех. Дальше выбор просто за тобой. Или ты зарабатываешь, или ты просто сам себе признайся, что ты будешь жить и надеяться на пенсию, может быть, доживешь. И опять же, ты в этих останешься навсегда, 80% людей, которым не нравится их работа. Поэтому, друзья, Аня наш топ-лидер в нашем клубе, да. Она... Скажи, какие у тебя пожелания для тех людей, которые осознали свою, то, что им до конца жизни можно, могут просто ходить на работу, издеваться над собой, с утра пораньше вставать, там все. Ты когда-нибудь такой была вообще, как они? Да, конечно, я же да, не так давно в интернете мы все такими были когда-то. Господи, где я только не работала. Наверное, меньше года тебе понадобилось, да, чтобы стать вообще там практически топ-лидером
команде зарабатывать хорошие деньги, да, которые ты на работе, наверное, никогда не зарабатывала. Это только тем людям, которые считают, что они не могут заработать. У нас там недавно пенсионеры, да, начали снимать там видео на Ютубе, в Телеграме, там вообще проходят обучение, красавцы такие. Ну, с нашим обучением по-другому и нельзя. Да-да-да. Я, кстати, хотела про них сказать, да, у нас есть реально такие, две вот реально бабушки, которые пришли, просто им мало с пенсии, они хотят там порадовать своих родных, хотят порадовать внуков, да, и они реально выполняют все, что есть, да, у нас в обучении, да, у нас проходят марафоны там, они записывают видео, они выходят в сейчас на YouTube, да, сейчас они будут подключать уже YouTube-каналы, они ведут чаты в Telegram, то есть они проходят реально обучение, тренинги, и им это все нравится, им нравится, они получают за это деньги, они получают реальную прибыль. То есть, как бы, вот смотрите, да, бабушки на пенсии, которые никогда смартфон там в руках не держали, они быстренько всему этому научились, почувствовав, что про интернет здесь реально никогда не можно слышали. Заработать. Конечно. Поэтому что тут теряться уже молодежи, да, там, людям там среднего возраста, я не понимаю, чего ждать, да, и как бы, ну, очень многие люди не верят на самом деле в себя, да, они верят в то, что здесь действительно они смогут там научиться, смогут там заработать, еще что-то. Но на самом деле здесь, по-моему, ну, здесь нереально не заработать. Вот, здесь не заработает только ленивый. Тут уже ведем за руку, получается, до заработка, до результата, и каждый человек зарабатывает в этой компании. Ну, по сути, да, получается, вот там люди, когда спрашивают, там, заработаю я или нет. Но смотри, если ты работаешь на работе и зарабатываешь хоть какие-то деньги, здесь то же самое. Здесь те же самые инструкции, которые тебе на работе, также точно тебя на работе когда-то обучали твои, так сказать, коллеги или кто-то там, начальство. Но единственное, как бы, и самое важное здесь отличие в том, что ты на работе работаешь и 90% отдаешь начальнику, а то и 99% заработанных денег. Здесь все, что ты заработал, ты забираешь себе. То есть даже если ты будешь 10 раз меньше работать, чем на обычной работе, ты потенциально будешь иметь в 10 раз больше. То есть все 100% тобой заработанных денег. Поэтому, друзья, думать тут нечего. Если ты считаешь, что у тебя не получится, все у тебя получится. На работе получилось, где-то там учился в школе, там какие-то простые действия выполнял, все у тебя получалось. Здесь ничего, ну, здесь не сложнее. Здесь просто нужно делать определенные действия определенное время. И будет результат. Только результат будет в отличие от зарплаты, ну, в 10 раз больше, как минимум. И никто тебя не ограничивает. Там начальство тебе как бы никогда не позволит зарабатывать там больше, чем они. А здесь ты зарабатываешь столько, сколько хочет. Потому что здесь блокчейн, здесь никто там... Кошелек твой, кабинет твой. Ты сколько заработал, столько и получил, сразу вывел на карту и все. И радуйся жизни. На этом, думаю, не будем затягивать это видео. Друзья, кто хочет научиться зарабатывать нормальные деньги, серьезные деньги, а не просто сидеть там и там какую-то хренью заниматься. Ссылка будет под видео и на чат, и на личку со мной можете писать, и на проект. Регистрируйтесь, переходите по ссылке, задавайте вопрос, заходите в чат и пишите: «Я с Ютуба хочу зарабатывать. Дайте мне инструкции, я буду зарабатывать». Делай это прямо сейчас, ты посмотрел, сразу бери, так сказать, судьбу за одно место и зарабатывай прямо сейчас, дружище. На этом все, друзья. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, пусть они тоже приходят. Все, друзья, до новых встреч. Всем пока.